Пока на Грибном не так многолюдно, как на Кубке мира 2021 года, но организаторы уверены, в субботу и воскресенье все изменится. Ведь в Барнаул приехали лучшие представители 8 стран. В этом году я стала чемпионкой Азии, первое место заняла, сразу 4 медали, 4 золота. И вот пришли теперь в Россию показать себя тоже, сравнить наши результаты с Россией. А вы на чем? Я на каноэ в одиночке. 15 дней назад я в Германии был на чемпионате мира. И там я впервые в полуфинал попал. Там же все чемпионы мира и Европы были. Я там в полуфинале попал. Я очень рад. А у вас команда Таджикистана сколько человек? Двое пришли. А, вы вдвоем всего, да? Да. Угу. Два мужики. Организаторы соревнований, собственно, те люди, чье имя носят нынешние старты в Барнауле в полном составе. Это братья Агеевы и олимпийские чемпионы Лондона Юрий Постригай и Александр Дьяченко. Кстати, алтайская регата имеет статус Кубка мира. Когда стал выбор между несколькими регионами, мы все вместе, не сомневаясь, выбрали Алтайский край Барнаул. Для нас, конечно, как, наверное, бриллиант или то есть, Сибири, это очень нравится. И мы надеемся, что это станет классной традицией. Вот, и мы сможем, и, во-первых, развивать греблю здесь, и сделать какую-то вот изюминку из этих кубков, привозить сюда лучших спортсменов планеты. У нас здесь присутствуют чемпионы России, и, если не ошибаюсь, 10 чемпионов мира. Так что состав очень боевой, как и российский, так и белорусский. Также Болгария, ну, считаю, то есть ребята приехали вот с чемпионата мира и вполне такие, ну, настроены на борьбу, и будет очень интересно посмотреть, потому что все же мы в некой изоляции, к сожалению, но сейчас будет та возможность испытать на прочность друг друга. Помимо одиночных стартов на байдарках и каноэ, здесь будут соревноваться вейкбордисты, будут старты миксов, пара мужчина и женщина, причем из разных стран. Спортсмены поборются за победу и в эстафете, и на лодках-драконах. В общем, будет интересно. Гребля на драконах 40+. Команда, которую мы сегодня представляли не первый раз в городе Барнауле, сегодня, к сожалению, не попали в финал, поскольку зарулили на соседнюю дорожку. Ну а Сергей Медведев тоже зарулил на Алтай не впервые. Они вместе с Эммой Гаджиевой, комментаторы алтайской регаты, признался, что ему по душе комментировать гладкую греблю. Сам раньше был байдарочником. Я люблю красивую борьбу, я люблю эту зрелищность именно спринта. Ну и также, конечно же, с удовольствием люблю, когда дистанция может быть и длинная, то есть это может быть и 1000 метров. Но здесь смысл в том, что может быть красивая раскладка. Спортсмены же, они тактически также между собой соревнуются. То есть сильнейший спортсмен не тот, кто вот просто очень быстрый, да, на спринте, если мы говорим 200 метров, а он может быть красиво разложить 1000 метров, да, и там, скажем, отсидеться где-то сзади и на финише красиво выиграть. Это я очень люблю. Раз, два, три. Тарелка разбита, соревнования открыты, но пока не официально. Официальная часть завтра в 13 часов. Мы же помним, когда вот эти вот соревнования были 2 года назад. Трибуны, там, когда было тепло, 8 тысяч зрителей в день было. Мы рассчитываем, что и завтра, и послезавтра у нас будет тоже много зрителей. Мы так рассчитываем. Кстати, зрители смогут бесплатно доехать до Грибного канала от остановки Площадь Октября по мере заполнения автобусов с табличкой «Грибной канал». Организаторы обещают не только эмоции от стартов, будут и разного рода розыгрыши призов. Задумались уже и о будущем. В следующем году на Грибном обязательно будут международные старты такого же высокого уровня. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.